Это прототип Фредди. Кейси, ты в порядке? Кейси, работай. Нет! Твой особенный день. Помню твой особенный день. Тебе все еще нравится морковный торт? Кейси, что ты делаешь? Кейси, я Грегори. Кто это? Кейси, убирайся отсюда, беги! Всем привет, друзья! С вами Кекс Нарумзи! Добро пожаловать снова в Five Nights at Freddy Security Breach Ruin! Да, ребята, новая шестая серия! И в прошлый раз мы с вами сбежали от кучи маленьких диджеев! Ребята, очень было страшно, поэтому обязательно ставьте лайки, подписывайтесь на канал, жмите на колокольчики! Сегодня вы узнаете, что же будет дальше, когда я залезу в эту вентиляцию, потому что другого выхода у нас нет, ребят. Ну что, божечки ты мой, я ну, нифига себе. Подожди, маску могу снять? Что такое? Куда мы с вами попали? Боже, с чего начинается серия? Подожди, это что-то было? Это был Грегори или что? Это был Бонни. Подожди, это игрушки аниматроников. Тихо. Еще будет. Короче, мы летим куда-то очень далеко вниз. Что мы с вами... Куда мы летим? Роботы. О, боже мой. Это глич-трап. Опа, погоди. Нифига себе, смотрите. Так, ничего нету. Это меч. Это меч же из видеоигры, ребят. Офигеть. Вот это отсылочка. Вот это мне нравится. Вот это красиво. Боже, как круто сделано. Жалко, что я взять его не могу, ребят. Так, мне нужно идти... Я так понимаю, вон туда вниз. Опять вентиляцию? Как я здесь оказался вообще? 100% фаталий сидин. Будь осторожным. Ладно, я полез заново. Я полез заново в вентиляцию, как обычно. Надеюсь, здесь не будет маленьких диджеев пытаться меня убивать сейчас снова. Потому что я не хочу. Я в прошлой серии от них добегался. Мне хватило. Так, у меня больше нет быстрого бега. Ладно, я и не сильно и хотел. Где я? Когда уже смогу вылезти из этой гребаной вентиляции? Шахты или что это такое? Мы все время спускаемся вниз. А, ну да, Грегори. Ну, якобы Грегори нам сказал, что... Где мы? Похоже, что узлы безопасности находятся внизу. Ага, то есть мне нужно идти вниз. Так, давайте проверим. Офигеть, куда мы с вами попали? А, это же Фазер... Мы же с вами в Фазер Бласт идем с вами. Осторожно, смотрите за своей головой. Я понял, опять. Бэт Бир? Плохой медведь? Это Фредди? Только не говорите, что сейчас за мной будет гоняться опасный Фредди. Фаз Файнд. Опять фазбир какой-то, бэдбир. Опять медведь. Подожди, я хочу посмотреть. Какие-то руки торчат. Так, мы пришли в Фазер Бласт. Музыка, музыка. Фазер Бласт. Так, нам нужно падать вниз. Окей. Подожди, эти роботы живые? Нет, они не живые. Кто? Это был голос Фредди? Я когда одел маску, я услышал голос Фредди. Это реально голос Фредди. Твою налево, я так и думал. Я так и думал, что сейчас будет Фредди. Ребята, капец. Подожди. Какой-то портал. Ага. Нас телепортировало, а обратно мы выйти не можем. А блин, я не могу снять. Я не могу снять. Опа, эта штука, по которой нужно стрелять. Подожди, где отключатель этой фигни? Подожди, быстрее. Там, короче, нужно... Я не могу снять маску. Где отключатель? Так, я нашел две эти фигни. Сейчас заяц прибежит. Кубышечку. Нет, он сейчас Фредди позовет. Где? Быстрее. Блин. Как не пересечь линию? Я опять неправильно. Неправильно. Я открыл!
Проход! Проход! Я открыл! Я открыл! Там был Фредди! Там был Фредди прямо рядом со мной! Я успел, твою налево, я с первого раза успел. Я думал, сейчас отъеду. Опа. Это прототип? Это не Фредди! Это прототип Фредди! Кейси, ты в порядке? Кейси? Работай! Нет! Нет, 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 нет! Куда, куда, куда наш? Да! Он меня засунул в себя. Так, это был не Фредди. Как я и сразу прочитал на лапе, это был прототип Фредди. И вы должны сразу от него убежать. Сразу бежать. Да не окей с ним. Фредди, это не Фредди. Это прототип, это злой прототип. Он хочет засунуть тебя в себя. И тебе будет капец. Тебе будет капец. Беги. Беги, молодая. Маску включить нельзя. Нужно быстро, 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 быстро. Куда бегу? Я не знаю, по проводам. Просто в сторону провода. Просто по проводу бегу. Не знаю, это правильно или нет. Он уже близко. Тихо, 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 тихо. Он там, он там, он там. Пожалуйста, нет, нет, нет. Давай, давай, гаси, гаси, гаси на полных. Газуй, газуй, газуй. Так, мы оторвались. Мы вроде бы оторвались. Мы оторвались от него. Все, он потерял нас. Он потерял нас из виду. У нас пошло сохранение, значит, мы с вами убежали от него. То есть даже если вернуться, он с нами гнаться не будет? Скорее всего, да. Это кто? А, то есть мы спрыгнули вот сюда и отсюда пошло. Все, все, все. То есть мы когда отсюда... О, это было очень страшно, ребят. Это было, блин... Я люблю Фредди, конечно, но не такого. О, нет! Что это? Вот ингибитор. А он же не видит. Подожди, он же слепой. Он же слепой. Подожди, подожди, подожди. У него же нет головы. У него же нет головы. И если я не буду двигаться, он меня не найдет. Я фонарик выключу, мамочки. Как он же не... У него нет головы. У него нет головы, он меня не видит. Но оказывается, как вы понимаете, видит. Так, ну так, короче, попытаться быстро выключить этот ингибитор. Возможно, в режиме маски я могу им управлять. Или как-то так, подожди. Я вырубил. Так. О, так его нету! А так Фредди нет! Офигеть! Прикиньте! То есть, когда я одеваю маску... Опа! Ага, то есть в маске он нас не видит. Офигеть! То есть без маски... Короче, вот так мы в безопасности. Подожди, надо проверить. Ничего здесь нету? Так. Ну это очень хорошо, это очень хорошо. Короче, лево или право? Ну явно право. Смотри... Зачем я маску снял? Нет, 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 нет. Я думал, в маске его не будет. Твою тварина, ты такая мелкая. Я же думал, уже вас не будет, маленьких чепушил этих. Я же от вас избавился от всех, алло. Так, я сниму маску. Я сниму маску. Так, 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 так. Все, сохранение. Да пошел нафиг отсюда. Пошел маленький демон, паскудник. Фу, ненавижу этих пауков. Так, музыка еще нагнетающая идет, поэтому продолжаем ползти по вентиляции, канализации, чтобы это не было. Ладно, продолжаем, ребят, продолжаем. Мы от Фредди ушли, от диджеев ушли, от Рокси ушли, от Чики ушли. Чика сдохла вообще где-то, валяется в туалете мертвая. От Монти ушли, от всех ушли. Но мне кажется, Фредди сейчас еще вернется. Либо мы сейчас будем опять убегать от Фредди, либо мы движемся к вам с концовки. Так, подожди, вот здесь какая-то стена. Ага. Здравствуйте. И кто здесь? Фредди у нас? Ланчбокс Фредди. Блин, я бы себе хотел такой ланчбокс, ребята. Вот такой ланчбокс бы я себе хотел. Кстати, у нас этих... инвентарь, смотри. Фонарик, вот это. А как посмотреть? Настоящие коллекционные. Смотри, сколько у меня всяких штучек, ребят. Собрано-то вообще офигенно. Офигеть, она собирал по ходу дела. Так, собрали здесь. Идем дальше. Что за этой дверью? Здесь опять... Боже мой, какая дверь страшная. Она дергается. Так, я пока бежать не буду, потому что мне нужно, скорее всего, бег при... Мне нужно лезть вот туда. Твою налево, по мусорке. Ладно, это стихия Чики. Опа. Проверяем. Здесь вроде бы пока безопасно. Вроде бы безопасно, никого здесь опасного нет. Кейси, ты меня слышишь? Наконец-то сигнал наладился. Грегори, я отключила все узлы безопасности.
Сейчас я в гараже для вечеринок Рокси. Еще далеко? Почти. Остался всего один узел. Выход с подземного уровня. Где? Последний узел Рокси. Ты должна отключить ее. Что? Но отключи ее и спаси меня. Спаси меня, Кейси. Подожди. Пожалуйста, так темно. Да блин, это замануха! 100% говорю, это замануха. По-любому замануха. Я вам вот просто вот зуб даю. Ну, зуб, конечно, не даю, но ладно. Это 100% замануха. Так, нам нужно как-то выключить Рокси. Она нас не убила тогда. Она отпустила нас. Она поняла, что это не мы. То есть, мы это не Грегори. Поэтому она услышала и отпустила нас. Она думала, что я Грегори. Она такая, ой, прости. И отпустила. Вы помните? Вы же помните это. Так, здесь точила разбитая. Подожди, нужно проверить. Я тут много прошел. Может быть, где-то здесь какие-то секретные проходики. А то я так пробежал. Ну нет, вроде бы ничего такого нету. Вроде бы ничего такого нету, интересно, поэтому мы идем дальше. Давай маску снимем. Где-то здесь сейчас будет Рокси. Либо нужно будет ее обгонять, либо нужно будет ее как-то выключить. А зачем выключать Рокси? Подожди. Рокси не любит Грегори? Или не любит того, кто называется сейчас Грегори? Ну, здесь либо одно, либо другое. Так, пошло сохранение. Значит, здесь сейчас будет что-то опасненькое. Проверим. Рокси я пока не вижу и не слышу. О, слышу. Слышу Рокси где-то слева. Где-то здесь ходит Мари Роксана. Ага, я понял. Кто-то... А, ее привалило! Ее привалило, смотрите! Рокси. Рокси? Кейси? Кейси, с возвращением, Кейси. Что? Ты помнишь меня? Офигеть, она помнит меня. Прикиньте, она помнит меня. Погоди, Рокси. Твой особенный день. Помню твой особенный день. Что? Тебе все еще нравится морковный торт? Прошло довольно много времени с нашей последней встречи. Если память мне не изменяет, он 11 числа. Я запомнила, потому что ты номер один. Дважды. Ты уже забронировал место для вечеринки? На этот раз твои друзья придут, я уверена. Офигеть. Офигеть, она помнит? Дала, она не злая? Почему-то... Блин, Я сейчас расплачусь, блин, пипец. Я расстроен, и мне кажется, Грегори все-таки... Это не Грегори. Грегори настоящий ушел с Фредди. А это мразь какая-то вместо Грегори. 100%. Так, ладно. Здесь я не могу ничего другого нажать. Кроме как использовать. Мы ее отключим, да? Касси? Кейси? Что ты делаешь? Кейси? Глаз нафиг воткнул. Кейси, ну блин! Соедини совпадающие... Это очень просто было. Мне очень жаль. Я обожаю морковный торт. Днем рождения. Рокси, прости меня. Боже мой, так жалко. Она была хорошая. Она была хорошая, получается. Она не желала зла. Она расстроена за Грегори, потому что он вырвал у нее глаза. Она просила вернуть глаза. А когда узнала... Что? Опять голос? Я слышал голос Рокси? Или нет? Я слышал чей-то голос. Так. А, я не могу использовать здесь маску. Я понял. Прекрасно! Это был последний узел безопасности. Мне удалось найти источник радиосигнала твоего друга. Он находится под гоночным треком. Внимание, ты покидаешь зону покрытия сети Ванни. Ага, значит, мы больше не можем использовать маску Ванни. Окей. И мы спускаемся туда, куда спускался Грегори. Да, то самое место, где вы сами победили Бёрнтрапа, который был раньше Спрингтрапом, который обгорел, который с ума сошел, который бешеный. И его потом захавал Блоб. Кейси плачет. Я тоже плачу, ребят, если что. Видите, у меня вебки нету, но поверьте, у меня слезы на глазах были, потому что Кейси...
Кейси обманули. Блин, я не знаю, я честно, я не спойлерил себе, но мне кажется, это слишком понятно, что это не Грегори. Грегори ушел, мы же сами за Грегори ушли тогда. Мы же прошли на истинную концовку. Вот тот самый лифт. Вот тот самый лифт, на котором мы сейчас будем спускаться вниз. Где кнопка? Где вот она кнопка? Да. Фух, ребят, это очень обидно, это очень жалко. Лайк поставьте, если вам жалко было только что Рокси, которая не желала зла Кейси. Я не знаю, почему она Грегори тогда нападала. Возможно, Грегори не так уж и прост. Возможно, Грегори поддался Ване. Я не знаю, почему. Ну, Кейси плачет. Блин, мне жалко девчонку. Она, конечно, идет за другом. Мне почему-то кажется, что это не ее друг. Грегори давно ушел. Ее заманили сейчас, чтобы спасти какую-то Ванни или Бёрнтрапа. Или какое-то еще чучело, какое-то, не знаю, чудище, которое здесь обитает в этом... Когда мы там приедем? Боже, мы спускаемся очень далеко. Очень далеко. Да не плачь уже, ну все, ну ты же повелась на эту бредятину. Я бы не повелся, хотя повелся бы, если бы друга нужно было выручить, ребят. Если бы любого из вас нужно было выручить, я бы также, наверное, поступил. Все-таки аниматроник это не живое существо, хотя у них есть душа, потому что это все-таки раньше были дети. Да, это то самое место. Это то самое место, где мы были в Грегори, где мы вместе с Фредди сюда пришли. Оно немножко изменилось. Кто прокопал эту дырку? Кто-то нехороший, кто-то опасный прокопал вот эту вот фигню. Фух, очень сложно, ребят, очень грустно. Походу, да, походу мы идем к финалу. Но это будет, скорее всего, долгая серия, потому что я уже не буду записывать. Возможно, если есть какие-то здесь пасхалки, какие-то секретные концовки или что-то еще, вы напишите в комментариях, и мы с вами еще снимем несколько серий, потому что я кайфую от игры. Вообще, вселенная FNAF для меня очень кайфовая. Так, мы дошли. Мы дошли до какой-то пещеры. Огромная пещера. Что здесь может делать Грегори? Вот чисто теоретически, что здесь может вообще делать Грегори? Офигеть, посмотрите, где мы с вами. Твою мою. Маска здесь не работает. Какая-то жидкость. То есть мне нужно по воде идти. Ну да, в любом случае по воде нужно будет идти, он в ту сторону. Нет, фонарик, нет, не вырубайся. Дурацкий фонарик. Ничего, нормально все, ну пойдем. Так, Монти здесь нету, но Монти любитель по водичке погасать. О, подарочек, это мне нужно. Сейчас, 5 секундочек, ребят, заберем подарок и пойдем дальше. Еще один фаз-жетон, так. У нас есть два фаз-жетона. У меня такое ощущение, что в каждой локации были фаз-жетоны, но я их не находил. Подожди, здесь ничего нет? Нет, вроде бы ничего нет. Ладно, ребят, идем дальше. Да, это сгоревшая пиццерия. Это старая пиццерия! Посмотрите, старенькая пиццерия, старенькие пятнистые стены. Опа, еще подарочек, смотри. Два подарка буквально за минуту, ребят, такого еще не было. Еще один фаз-жетон. Это третий жетончик. Сколько всего таких жетонов есть в игре? Так, дверь. Еще один. Подожди, еще один подарочек. Фонарик у нас нет. Фонарик у нас не работает, как вы понимаете. Мы собираем фаз-жетоны. Да. Зачем они здесь нужны? Для чего мы собираем фаз-жетоны с подарков? И кто здесь... Кто их здесь расставил? Конфетный кадет. Я конфетный кадет. Подходите, берите конфеты, конфеты, конфеты. Конфетный кадет. Есть целый день. Каждый день конфеты, 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 конфеты. Что могу сделать? Конфетный кадет, сейчас я расскажу тебе историю о маленьком мальчике, который жил своей мамой в хижине в темном лесу. Ага. В лесу обитало чудовище, но мама поймала его и заперла в подвале. Чудовище издавало страшные звуки по ночам. Но мама говорила мальчику, чтобы он не волновался, потому что оно никогда не сможет выбраться наружу. Затем она пела мальчику колыбельную на сон грядущий. Однажды чудовище перестало рычать и вместо прислушалось и выучило колыбельную. Ребята, я же говорил! Вот так же самое чудище, которое живет здесь в подвале, выучило голос Грегори.
Требуется предмет. Какой предмет? А у меня нет никакого предмета. Я понял. Мы за монетки включали. Короче, если бы у нас были еще монетки, то нам бы рассказала эта штука, что чудище выучило колыбельную, а потом спело мальчику и его захал. Но мы это понятно. Это слишком понятно. Ё-моё. И мы идем. Я не могу вернуться обратно и вылезти просто. Включить Рокси, включить всех остальных и свалить отсюда. Ребят, это будет сейчас... Это будет сейчас очень жестко. Готовы? Скорее всего, нам... Почему тут кругом горелки? Прямо как в духовке. Вы помните? Подожди. Еще один подарок. Еще один подарок. Фас-жетон. Я могу вернуться. Я могу вернуться и засунуть фас-жетончик. Оно мне сейчас расскажет. Смотри, 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 смотри. Подожди, подожди, подожди. Это место, где мы тогда, помните, сражались с Бёрнтрапом в финале. В финале 9. Подождите-ка. Секундочку. На следующий день, когда мама ушла искать пропитание, чудовище начало петь колыбельную из подвала. Маленький мальчик услышал колыбельную и, открыл дверь. Все. Ну, больше здесь не... То есть, уже жетоны не принимает. Уже жетоны не принимает. Ну, понятно. Спустил... Так же и мы с вами сейчас идем на голос Грегори. Ну как же это, блин, как же это? Я с самого начала догадывался. Вы помните, кто смотрел все мои серии, ребят? Вот помните, я догадывался об этом с самого начала. Ну что ж. Здесь мы сами либо там, либо здесь сражались. Да, вот здесь Монти на нас нападал. Вот здесь мы переключали камеры. Да, это то самое место. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, подожди. Можем пойти сюда? Подожди. Еще один подарок. А что в этом подарке? Подожди. Страница из комикса 8. А ну-ка. Вот это. Что вообще такое? Это Бёрнтрап, которого мы с вами сожгли. А это Блоб. Ребята, капля. Это с... О боже мой. Твою налево. Это очень круто. Это очень крутые отсылочки. Так. Ну что, будем сейчас работать мистером Чинилой. Поехали. 4 провода заряжаем. Ой, как же это офигенно. Я надеюсь, что все это записывается. Надеюсь, что запись не залагала. Я буду очень сильно расстроен. Нет, вижу, запись идет. Громкость есть, все хорошо. Так, так, так. Теперь вот эту штуку. Ну, а потом маленькую. Фух! Открыли с первого раза. Еще ниже. Сейчас где-то что-то обвалится. По-любому что-то обвалится. Мы ляпнемся, и там на нас что-то нападет странное. Я не верю, что здесь будет Грегори. Так, ребят. Все, здесь начинается... Пока сохранения нет. Опять нужно пролезть. Опять пролезть. Опачки. Подожди, неужели Бёрнтрап... Подожди, рюкзак? Рюкзак Грегори? Нет. Это не рюкзак Грегори. Я могу одевать маску? Подожди, провода. Я могу использовать автомат. Я могу одевать маску. Подожди, так он не работает. Погодите-ка. Дверь тоже закрыта. То есть я могу использовать автомат только в маске. Пришли мы отсюда. Опачки. Подожди. Надо, давайте, короче, сначала вот эту штуку сделаем. Так, подожди. Верхнюю, нижнюю. Ну, это легко. Сейчас мы откроем. Так, учитесь, ребят. Учитесь, пока я жив, как говорится. Вот эту бульбальку сюда. Потом нижнюю. Немножечко. Все. И что это было? А, нужно открыть сначала дверь, я понял. Так это не работает. Ладно, давай. Поехали. Автомат. Протоколы безопасности отключены. Продолжить? Нет. Ладно, давай да. Да. Ну? Ну? Что за фигня? Да ладно! Глич-трап вылез! Маску снимай, маску снимай! Маску снимай! Ну нафиг, его затащило туда? Его затащило туда. Эта штука, поехали. Грегори, ты в порядке? Где Грегори? Я могу туда пройти. Да, здесь маска не работает. Так, ребята, пошли. Что это такое? Пошла катсцена. Ты спасла меня. Ты спасла меня. Грегори? Я Грегори?
Что? Это... Ты не Грегори, что ты такое? What are you? Я Грегори. Грегори. Нет, это не... Я Грегори. Кто это? Кейси, убирайся отсюда, беги! Она спасла! Рокси жива! Она пришла спасти меня! Офигеть! Офигеть! Офигеть, Кейси! Рокси! Рокси! Кейси, Кейси, ты меня слышишь? Грегори? Это действительно ты? То есть, на самом деле, ты? Я пытаюсь связаться с тобой всю ночь, меня нет! Я в пиццеплексе, что там урочит тебе голову? Ты немного опоздал, голос у этой твари из подвала точечку к тебя. Как знать, что действительно ты? Есть какой-нибудь другой вариант, тебе нужно выбираться туда сейчас же. Как? У моей подруги есть план здания, просто следуй инструкциям. Подожди, Хэппи был заодно с этой тварью? Офигеть! Мама дорогая. Так, 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 бежу, бегу, 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 бегу. Направо, говорит. Направо. Давай. Он у тебя за спиной. Да я в курсе. Где он там? Я могу от него уйти. Подожди, а я могу пойти не направо, а налево? А мне чисто ради интереса. Давайте ради интереса пойдем налево. То есть я пойду налево. Какие-то штуки. А, здесь тупик! Здесь тупик! Почему не послушал Грегори? Нет! Что это такое? Если честно, я думал, там какая-то секретная концовка, но нет. Лучше слушаться, куда мне говорит идти Грегори. Направо, да. Я теперь понял, что нужно идти направо. Спасибо большое. Так, он у тебя за спиной. Да я в курсе, что он у меня за спиной. Маска не работает. Продолжай идти. Продолжаю. Пока не видно. Я нормально, я оторвался. Направо. Налево тупик. Налево вообще тупик. Так. Быстрее. Какие-то грибы здесь. Ты почти на месте. Куда? Вот сюда или направо? Это что за место? Ай-я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 й. Я не успею. Он идет сзади. Он сзади, я отключил. В лифт нафиг. До свидания. Так. Минус рука. Он остался там. Кейси, это я. Думаю, я должен кое-что сказать. Объяснить. Ты не должна была приходить. Пиццаплекс. Это существо в провале, в подвале. Тебя обмануло. Я не знаю, что это такое. Но оно заперто здесь уже очень давно. Программа безопасности СУМ была создана для его подавления. Но ты отключила защиту. Теперь оно для его подавления... Ты не виновата. Я знаю, что ты пошла на это ради меня. Чтобы спасти меня. Но нельзя допустить, чтобы оно... пошло за нами. Прости. Лифт падает. Нет! Что? Грегори меня зафигачил? Грегори меня... убил? Офигеть. Офигеть. Подожди, то есть Грегори для того, чтобы эта штука не выбралась, оборвал лифт вместе с этой... Вот это поворот, ребят. Вот это интересненько. Вот это события развиваются. Так, может быть, какая-то пасхалочка в конце титров, как обычно? Кэсси? Смотри в конце! Рокси спросила Кэсси? Подожди! Мы выжили! И Рокси выжила! Офигеть! Так, подожди.
Профиль пользователя 1. Продолжить. Подожди. Выбор главы. 9 глав? А почему галочка стоит только на третьей? Кейси оказался на подвесных мостах над гольфом Монти. Типа я здесь все сделал? Подожди, здесь еще есть какие-то секреточки? Опачки, ребят, так. Найдены все коллекционные... А, найдены все коллекционные предметы. То есть только в третьей главе. Ребят, ну, я не буду сейчас делать другую концовку. Видос и так оказался долгим. Если вам, вы хотите другие концовки, если не здесь есть, пишите в комментариях. Мы с вами пройдем, посмотрим, что еще можно здесь поменять. На этом я заканчиваю серию. Обязательно ставьте лайки, подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик. Всем удачи, покедова. Это просто бомба.